Для создания этой большой картины, написанной с натуры саду популярного кабачка на Монмартре, Ренуару пришлось преодолеть немало трудностей. Только благодаря помощи друзей ему удалось перетащить холсты своей мастерской на улице Карто в этот сад, где свет, играя, проходил сквозь листву акации, усыпая землю и одежду танцующих голубыми и розовыми бликами. До сих пор Ренуар работал исключительно над портретами отдельных людей. Здесь же впервые он взялся за композицию из многочисленных фигур в движении. К тому же, в сложном освещении, где солнечный свет взаимодействовал с фонарями танцплощадки. Это изображение дышащей молодостью толпы представляет собой одно из высших достижений импрессионизма, всегда стремившегося запечатлеть мгновение, выхватить один какой-нибудь момент из беспристрастного течения жизни. Великолепное соответствие композиционного решения тематическому разнообразию картины делает ее одним из шедевров Ренуара. Многие друзья Ренуара позировали для этой большой композиции, чтобы фигуры получились более реалистичными. В группе, сидящей за столом, мы видим натурщицу Жанну, ее сестру Эстеллу, Жоржа Ривьера и Франку Лами. Среди танцующих можно узнать Лота, Листринги, Жерве, Корде и других. В центре зала танцует Марго, молодая натурщица, умершая всего 2 года спустя.